Успішна, сильна, талановита, завжди гарна та стильна. Саме так можна представити заслужену артистку України. Солістку Одеського академічного театру опери та балету, прекрасного викладача та доцента Одеської музичної академії імені Антоніни Васильівни Нежданової, Віру Олексіївну Ревенко. Про те, як вдається на перший погляд тендітній жінці підкорювати вершини та при цьому бути прекрасною мамою та дружиною, наша чарівна гостя вирішила розповісти нам у затишному ресторані. Почему вы решили стать оперной певицей? Вы с детства мечтали быть певицей? Я родилась в самом центре Одессы, на улице Ласточкина, 5. И с детства слышала прекрасные голоса наших солистов оперы. Вот. И почему-то мой папа всегда называл меня будущей оперной дивой. Почему-то, ничего не знаю. Тогда почему? Меня, как всех детей в то время, отдавали в музыкальную школу, отдали по классу фортепиано. Вот. Но, скажу вам честно, я всегда действительно хотела петь. Когда-то приехала сюда на гастроли Алла Пугачева, и так как мои родители работали в ресторане, она пришла там на обед. И папа, он достаточно настойчивый человек был, он ее пригласил домой. И она пришла, честное слово, пришла в нашу коммунальную квартиру. Вот, сказала, что вот отец ей рассказал, что дочка хочет быть певицей, а мне было 7 лет. Ну, я еще не совсем понимала всего этого, конечно. Вот, она сыграла тот этюд, который у меня был разложен как раз на фортепиано, и сказала: деточка, если хочешь быть певицей, нужно очень много работать. Отличается ли Одесса современная от Одессы, которая была в вашем детстве? Той Одессы, в которой я росла, уже давно нет, несомненно. У нас был очень смешной такой настоящий одесский дворик. Мы детьми часто устраивали представления, концерты, продавали билеты по 5 копеек. Все это было очень весело, забавно. Коммунальную квартиру воспевают во всех песнях. Вот вы сами жили в детстве в коммунальной квартире. Помните ли вы то время? Коммунальная квартира – это, конечно, песня. Не зря ее воспевали все наши знаменитые поэты и писатели. Потому что, ну, это такой неповторимый колорит, понимаете? Я тоже родилась в коммунальной квартире, но она была не настолько коммунальной, потому что, например, кухня у нас была отдельная, что уже это огромный плюс. Не было этих скандалов за газовую плиту. Вот, но все эти коридоры, все туалетные дела, это, конечно, надо было слышать, видеть, очереди. Ну, в общем, все, о чем рассказывается в самых лучших фильмах, все это я видела. Но я вам должна сказать, что все это было замечательно. Вот честно, сегодня как-то так скучно. Вот я сегодня живу в прекрасном доме в новострое, но там я даже не знаю половину соседей, и они знают меня, в общем-то, потому что часто там, то там я выступлю, то показывают по телевизору. А вообще я очень многих не знаю, не общаются люди, и как-то так быстренько разбегаются по своим квартирам, и все. Вот я знаю, что вы сопрано. Кто из певиц сопрано ваш кумир? Вы понимаете, несмотря на то, что я сопрано, я всю жизнь думала и мечтала, что я меццо-сопрано. Кумиром моей жизни, значит, была Ирина Архипова, Елена Образцова. Вот все только вот меццо-сопрано. Вот мне они нравились по темпераменту, Архипова по вокалу, конечно. Вот. И я даже не мыслила, и потом была очень немножко вначале разочарована, когда в консерватории мне педагог объяснила, что я не меццо-сопрано, а сопрано. Я поступила в консерваторию к прекрасному педагогу, заслуженному деятелю искусств Украины, профессору Войцеховской Наталье Федоровне. Ее, к сожалению, уже нет в живых, но это был педагог от Бога. Она воспитала огромное количество прекрасных певиц. Она жила своим делом, и я ей очень благодарна за многое. И даже за то, что я уже вот сегодня 16 лет преподаю на столь знаменитой кафедре,
в нашей академии музыки. Это все благодаря ей. Как вы познакомились со своим мужем? С мужем мы познакомились очень просто. Значит, я поехала в Финляндию на гастроли, а он, так как это все организовал, он там был менеджером. Он был женат, я была замужем. Когда я его увидела, я не знаю, что это было, но я почему-то себе сказала, этот человек должен быть моим мужем. Это я себе сказала, он еще об этом не знал. Вот. Но так как я выехала первый раз, и все это, конечно, было в рамках еще Советского Союза, нужно же держать себя в руках, но Вася, он охотник, он не умеет держать себя в руках. Вот. И он просто в один из дней зашел в номер, вот так перекинул меня через плечо и понес. Как вам удавалось совмещать семейную жизнь с вашей профессиональной деятельностью? Ведь ваша работа требует очень много гастролей. Самые счастливые дети маленькие, у которых есть бабушки. Вот так и случилось в моей жизни. Если бы, конечно, не моя мамочка, которая фактически вырастила мне сына. Потому что у меня действительно не было не то, что там день-два, неделю, у меня месяц, там, вот год меня не было. Это, конечно, все было на моей мамочке. Я знаю, что у вас уже есть взрослый сын, моряк. Почему он выбрал именно эту профессию? У нас в семье было достаточно много моряков. И дядя мой, и его дедушка. И, в общем, как-то с детства всегда морская тема не выходила из семьи. Вот. И как раз, когда он окончил 9 класс, я понимала, что я уезжаю в Китай, и мне нужно направить сына в правильное русло, потому что я его оставляю на год. А возраст очень шаткий такой, 16 лет. И я понимала, что нужно отдать туда, где будет хоть что-нибудь, намек на военное. Так как морская тема была, то я его определила в мореходный колледж. И оказалась абсолютно права, потому что там первый курс как раз очень серьезный, там вся эта дисциплина, и он выдержал это испытание. Вот, и окончив колледж, он закончил высшую мореходку, потом пригласили его преподавать, он достаточно быстро пошел по карьерной лестнице, а потом так судьба, наверное, свершилась, и он решил, что нужно пойти даже для своего профессионального роста плавать. И вот сегодня он в далеком рейсе, мой сыночек, и я очень скучаю. Какая была ваша самая серьезная роль? В нашем театре была опера Катерина Аркаса, где я исполняла партию Катерина. Я вообще горжусь тем, что я достаточно много пою украинской музыки. Я считаю, что это правильно, раз мы живем на Украине, и мы должны владеть этим языком, знать эту культуру. И вот когда у нас идет Катерина всегда на день рождения Шевченко, 9 марта, то всегда я это с удовольствием пою. Как вы относитесь к современным постановкам? Жизнь меняется сейчас очень сильно, и люди меняются, их настроение, их понимание происходящего. Но все дело вкуса, потому что, вот, например, некоторые постановки, которые я видела с участием Анны Нетребко, современное прочтение «Травиаты» или «Богемы», они меня убеждают. О непростых взаимоотношениях в театре говорят очень много, что там очень много интриг, сплетен. Вот это правда или это все выдумки? Театр — это
очень сложный организм. Это всем известно. Конечно, все гладко или все замечательно никогда не бывает в театре. Но я считаю, что если у тебя есть приятельские отношения уже с какой-то частью коллектива, то это уже большая победа. Кто вам больше всего нравится из наших современных исполнителей? Я люблю Нетребко, например. Она приезжала к нам в театр, она потрясающая девушка, с очень хорошим вкусом, весьма проста. Она прекрасно с нами общалась, и она такая в моем вкусе вообще темпераментная, умная, простая, красивая. В общем, я люблю таких певиц очень сильно. Какими качествами должен обладать настоящий артист? Что он должен делать для того, чтобы достичь больших вершин? Первое – внешность. Второе – несомненно, талант. И третье – это огромное везение. Понимаете? Потому что есть очень много талантливых людей. Но вот нет этого фарта везения. Нет тех людей, которые бы встретились и помогли. И все. Я мечтаю всегда о хорошем. Понимаете, все-таки человек должен делать в жизни больше хорошего. И только хорошее. И никогда не думайте сделать кому-то вот такое вот, пойду ему там насолю. Зачем? От этого твоя жизнь не станет лучше. А все-таки надо думать о том, что сверху могут наказать за все. Единственное мое горе в жизни – это то, что от меня так рано ушла мама. Это правда, и я ее не могу… Просто я этот момент не могу пережить в жизни. Вот это меня гложет каждый день. Это самое страшное, что могло произойти со мной. Какие подарки вы больше всего любите? Подарки? Подарки… Ну, я не скрою, я люблю золотые украшения. Это все знают. И хорошие духи. Как настоящая женщина. Дорогие мои любимые одесситы, молодым хорошего пути жизненного, радости, всего самого доброго. И побольше улыбайтесь, смейтесь. Это так замечательно и так природно для нашего города. Всем вам с большой любовью, ваша Вера Ревенко.